Зовут себя Гнана, я представляю дистанционный курс «Личностный рост и развитие». Целью курса является исследование способностей ребенка и выстраивание индивидуального маршрута обучения с целью выбора будущей профессии и первых проб в ней. Курс является навигатором действующего много ладов принципа обучения, где образовательная траектория для каждого конкретного ребенка строится таким образом, чтобы он раскрыл свои способности, попробовал в себя в новых формах деятельности и развил свои так называемые soft skills, которые не могут быть отдельным предметом изучения и отдельным предметом для формирования. Также учитель на данном курсе играет роль партнера, мотивирующего лидера. Ведущая эмоция ученика на курсе – любопытство, ведущая мотивация – это интерес. В ходе курса учеников произойдет понимание своих психологических особенностей и возможностей для более осознанного решения в будущем выбора профессии.